Гейски, ребята, меня зовут Фурлавиус, и сегодня мы с вами поиграем в Castle Doom Bat. Эта игрушка мне крайне нравится, напоминает мне растения против зомби. Ну, как минимум, суть игры здесь такова же, только немножко другие декорации, скажем так. Ну что ж, мы тем временем, ребята, продолжаем, и нам тут несколько уровней осталось до каких-то вот уникальных уровней. С какими-то рожками, наверное, там будет что-то особенное. Ну что ж, может, мы сегодня даже до них и доберемся, ребят. Так, вот наш думбедик загружается. Так вот он пальчиками перебирает. Уже в ожидании того, что пойдет на него всякий негодяй. Так, ребят, ну что ж, у нас есть 800 монет, и мы, смотрите, можем что-то приобрести. Можем приобрести вот это вот ловушки, которые нужно задействовать. Вот этот вот дебут, то есть какой-то ботинок, который, наверное, пинает наших врагов. А можем приобрести миньончиков. Так, бомба-миньон, ну, не знаю, ребят. О, кстати, а что мы можем купить? О, за 750 мы слот можем купить. Ну, пока не хочу на самом деле. Не думаю, мне пока и хватит их. Спарк-миньон, ну ладно, давайте возьмем этих одноразовых миньонов. Все-таки... И проапгрейдим их сразу. Все. Берем и этих миньончиков. Берем, конечно же, вот эту пушку. Блин, не знаю. Ну, добычу, конечно же, берем. И вот эту вот капалку. Капалку слизи противнейшей. Думаю, должно сработать. Хотя, конечно, тут нету лестниц вообще. Так, так, так-то, если посмотреть. Ну, ничего, ребят, ничего. Воу, что это такое, ребята? Это какой-то морпех? Ты чё делаешь? Он, я надеюсь, он не будет наши пушки расстреливать. Ой-ой-ой, жесткий какой-то он. Такой, знаете, уверенный в себе дедок идет. Не, ну, вроде он расстреливает наши пушки. А ну, отстань от них, отстань. Отстань от турелей. Вот гад такой, а, расстрелял все таки Ладно, против него тогда миньончиков надо выпускать. Наших драгоценных тихих. Так, и вот эти вот, конечно же... так, пушки против него должны задействоваться. Очень даже неплохо. Так, ребята. Все плохо. Этот негодяй бежит и бежит. И что-то я даже не знаю, что с ними делать. Давайте мы его... О, да, все нормально, ребята. Все, мы решили все наши проблемки. Кританули копья. И все замечательно у нас выходит. Так, миньончиков еще. Кстати, стоп. А где эти миньончики? Я же их купил. А где они? Вот эти наши одноразовые бомбочки. Я их что, не взял? Что, я тупанул, что ли? Ребята, что это за такое вообще непотребство? Ну, ладно, во всяком случае, в принципе, волна уже плюс-минус заканчивается. И уже не важно, что там и как. Потому что мы... во, финальная волна, ребята. Во, все, финал волн. Так, или мы тут как-то их... Блин, ребята, давайте мы, да, возьмем побольше... Побольше воинов. Наверное, вот тут со второго этажа на нас будут нападать в основном. Что я что-то не вижу, чтобы было здесь какая-то... Так, вот сюда давайте. Что на втором этаже вроде окон нету. Но у нас тут неоткуда просто, нас просто напасть. Ну и давайте, не знаю, на крайняк сюда пушку поставим. И плевалку тоже, наверное, надо поставить. Тоже на всякий пожарный. Но все-таки видите отсюда сверху. А, еще и тут сбоку на нас, ух ты, решили напасть. Вот какие вы хитрюнки, а. Ладно, давайте капалку поставим, вот эту вот. Хотя, в принципе, мне кажется... Не, ну ладно, поставим капалку над лестницей. Лишней как бы не будет, это уж точно. Как минимум. Так. Так, здесь у нас все вроде так неплохо защищено. О, ребят, мы там внизу, смотрите, убили вот этого вот... чувака, я понял, который шел там с автоматом. Герой с автоматом. Чё-то все щитами идут, со всякими тут какими-то, не знаю, деревянными мечами, а он идет с пушкой. Их ты какой хитрюга, а? Ну ничего, ничего, он зато поплатился. Так, ну вот эти две турельки, конечно же, этот вон не выдержит, и мы, ребята, в общем-то, побеждаем. Так, и чё мы тут? Никакого квеста, правда, мы не выполнили. Ну и ладно. Так, принцессу спасли, ребята, корону получили, и 400 монет, как говорится, в подарочек нам вдогоночку тоже дали. Ну чё, окей, вперед, ребят, вперед.
Миньончик, чё, я не взял этого... я не взял этого миньончика, ребята. Чё? Вот это я странный, конечно. Дорого стоит, правда? Гад такой. Ладно, я хотел улучшить нашу добывалку, да? Чтобы она была побыстрее. И получше, и побольше нам энергии давала. О, теперь неплохо. На самом деле, как-то быстро здесь все апгрейдится. Хотя я, конечно, вижу, что тут еще дохрена всего будет. Поэтому, в принципе, я не волнуюсь за апгрейд. Так, продолжаем, ребята. Второй этаж. А чё второй этаж-то? Странно. Ну ладно. Давайте я... Ну ладно, давайте с добычи начнем. Уровень всё-таки. Всё-таки с добычи. А у нас-то всё-таки теперь поскольку тут добываются, а? Так, давайте. По 50 вроде, да? О, да, ребята, по 50. Это круто. Это классно. Это офигенно. Так, идет к нам воины. Первая волна. Ну, она такая самая наименее опасная. И, я думаю, не причинит нам никакого особо такого вреда. Так, давайте добывалочек еще поставим. Не, ладно, давайте еще какую-то этих штук поставим. Так, ого, тут у нас идет товарищи. К нам идут сверху. Нет, надо, наверное, еще одну добывалочку все-таки. Вот, чтоб 3. Чтоб уж наверняка, как говорится. Чтобы уж нас ничего не могло отвлечь от нашей цели. От нашей цели защитить принцессу. Ну или наоборот, удержать ее. Хотя, не знаю, она выглядит не сильно так. Какой-то не сильно несчастной. Вроде так смирно сидит. Но как бы мы злодеи, нам все равно. Мы плохиши, поэтому будем делать с принцессой все что угодно. Не, ребят, добыча конкретно улучшилась. Так, дополнительный этаж нам тут приходит. Я так понимаю, вот отсюда будут герои поступать. Угу. Ну, хорошо, пускай идут. А, точно, надо вот этих одноразовых, ребята, ребят поставить. Потому что тут сейчас идут у нас негодяи. Дорогие они, конечно. А ну-ка, ребята. Чё, он рванёт? Ничего так рванул, ничего. Так, только у нас вот тут вот небольшие проблемы. Ну, как проблемы. Не то чтобы проблемы, но, скажем так... небольшие... небольшие неприятности, назовем их так. Так, монеточки надо пособирать. В принципе, с нижних этажей я не волнуюсь, то, что там кто-то пройдет. Я вот волнуюсь за верхний. Ой-ой-ой, смотрите, тут даже что-то даже... тихо! Уйди от принцессы нашей, уйди! Ай, давай, юнит! Все, фух, отвлекли мы его. Отлично, отлично. Не, ребята, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Чё-то не удержали мы принцессу как-то вообще, что-то ни о чем. Ни о чем, ребята, ситуация. Я здесь не буду дополнительного этажа, кстати говоря. Кстати говоря, так, принцесса, ну возвращайся домой давай. Тебе тут здесь нечего делать. В принципе, последний воин, блин, немножечко не удержали на самом деле. Эх, ладно, надо было вместо взрывных юнитов все-таки что-то другое взять, потому что не особо они эффективно показали себя в бою. Эх, ну да ладно, ладно, ребята, ладно. А что нам тут вообще, дейлики какие, что нам здесь нужно сделать? Вот эти, здесь именно какие-то определенные нужно ловушки поставить. А, я понял, хорошо. И надо, наверное, все-таки брать нам вот эти вот одноразовые ловушки. Ну, как одноразовые, которые нужно манипулировать, которыми нужно. Давайте вместо вот этого возьмем. Вместо чего же еще? А, что у нас тут еще есть вообще прикольного такого? Блин, вроде как-то ничего больше и нету. Ну да ладно. Миньоны. Миньоны, в принципе, взяли мы, что уж там. Нет, возьмем их. Давайте миньончиков прокачаем как раз таки. Что они у нас что-то слабенькие. Надо электрических, блин, купить миньонов. Они вот классно выглядят. Так, ребята, и у нас здесь очередные. Так, давайте сделаем тут все. Так, давилку мы куда ставим? Ладно, на давилку пока рано, наверное. Все-таки давилка нам еще пригодится. Так, побольше сейчас поставим добычи, ребята. Здесь, я думаю, пока что справится только копья. Здесь, кстати говоря, нету этажей. Вот это меня радует непрестанно. Этажей здесь нету. Ничему. О, блин, вот эти штуки. Да, не нравятся они не сильно. Ну ладно. Так, давайте миньончиков, потому что только миньончики смогут справиться. Так, 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 так. Что-то наших миньончиков, ребята,
Так, ладно, давайте мы используем ракетный буст, так сказать. Тут что-то как-то вообще ни о чем у нас тут ситуация на самом деле. Добычи много, а толку что-то немного. Так, сделаем вот так вот, и одноразовые ловушечки установим. Вот сюда, вот, и вот так вот, бац, давай, отлично, все, всех придавили мы, великолепно. Так, давайте, юнитов побольше, да всего побольше на самом деле нужно. Че, о чем речь вообще, ребята, о чем вообще речь? Надо всего и побольше, как говорится. А лишним это все никогда не будет. Так, 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 так. Ну что ж такое? Надо вот сюда поставить гарпуны. Ай, нет, стоп, не сюда надо было ставить гарпуны на самом деле. Опа! Так, придавливаем. Ой, блин, надо было вот этого придавить, наверное. Вот этого на коняке на своей. Точнее, это как не на коняке, это на... Опа, ребята. Мега бронированные. Что это такое? Что за нечисть? Так, ну, добыча у нас идет очень хорошо и очень отлично. Это меня радует. Хоть что-то у нас идет замечательно. На все как бы хватает. Излишек нету. Излишки мы сразу утилизируем. Так. Так, ребята, давайте, наверное, давилку поставим все-таки. Вот эту как последнюю линию обороны, скажем так, нашей, да. Придавим вот этого негодяя. Кстати, да, вот ежедневный квестик мы выполнили. Так, ну гарпуны чё, в принципе, справились со своей задачей. А, ну так мы победили, ребята, все. Вот этот квест, получается, мы выполнили с давилками, третий. Так, что-то нам его не засчитали или засчитали. Ну, 400 монет мы получили, может, дальше он там нам выдастся, так сказать. А ну-ка, ну-ка давайте, ребята. Не, а, чё, все, прошли мы этот уровень? Ребята, да, все, смотрите. 10 из 15 корон мы здесь получили. Ага, вот. А что нам здесь нужно? Здесь нужно 15 корон. А это нам все типа... А, мы два уровня, видите, прошли не на все звездочки. Я понял. Ну что, давайте сделаем это. Давайте откроем все звезды. Давайте мы это сделаем. Так, стоп. А, блин, а как посмотреть обстановку? Блин, ладно, пофиг. Не будем смотреть обстановку. Будем действовать по ситуации, так сказать. Слабенькая, кстати говоря. Ну ладно, не хочу пока апгрейдиться, ничего, ребята. Надо будет покопить немножко апгрейдов. Тогда уже что-нибудь классное замутить. Кстати, ребята, вот неплохая штука. Ставить на второй этаж. Видите, здесь такая дыра в полу, как бы, да. И на второй этаж ставить гарпуны. То есть их здесь... Ну, они могут и вниз вот так вот смотреть, да. Как бы... И очень классно себя могут зарекомендовать. Видите, так бац, бац, гарпунчик стреляет. Очень удачная позиция. И еще один гарпунчик вот сюда, в противоположную сторону. Нужно поставить, и вообще будет идеально. Идеально, ребята. Так, 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 так. На гарпунчик нам хватает или не хватает? Ну, хватает, ребята. Все отлично. Так, единственное, что... так, ребята тут что-то как-то офигели немножко и решили, решили пройти. Но у них ничего не выйдет, уж сорян. Сорян, негодяи, но у вас ничего-то не получится. Так, у нас тут окна, надо учитывать, что у нас тут окна есть. И нужно эти окна, так, как-то учитывать, что здесь сейчас будет прорыв. Так, давайте мы вот такую штуку сделаем. О, сейчас тут будут идти юниты. И мы им... Ой, нет, стоп, ребята, не туда поставил. Так, а нам вернется добыча? Не вернулась нам наша добыча, ну да ладно. Так, ребята, так, вот сюда мы юнитиков поставим лишних. Так, так, что там снизу тоже идут, ребята? Да, тоже идут. Ну, пускай идут, как бы, я надеюсь, они не дойдут. Так, тихо, тихо, что-то тут наших ребят, наших бьют. Наших бьют, ребят, что за фигня? Надо побольше этих юнитов выслать. Так, отлично. Все, это последний. А, ну, сейчас вот финальная волна будет. Так, вот она. А, ну все, ребят, все, прошли мы этот уровень, отлично. Так, завершаем его, и корону мы берем. 250 монеточек нам дают. Так, теперь посмотрим, получается, давайте выйдем к нашему главному меню, и что нам здесь, получается, 15
15 корон нужно. Блин, так мы здесь не можем все равно 15 корон получить. Ну ладно, давайте, давайте все-таки пройдем все это дело, все это безобразие на максимум. Блин, а как посмотреть, что у нас там есть? Блин, как нам посмотреть наши... Ой, что это? Рандомные даже можно брать, смотрите, ребята. Ха, прикольно. Так, ну дополнительный слот я не хочу брать. Не, это я тоже не хочу брать. Я хочу брать вот это, вот это, вот это, вот и это, и вот это. Все. И миньончика. Естественно, естественно, естественно. Может их улучшить как-то так серьезнейшим образом? Потому что я их использую довольно-таки часто. Поэтому давайте апгрейдить их. О, почти на максимум. Хорош, ребят, хорош. Так, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смеется наш насмешник, наш враг. Так, ну это хорошо. Так, здесь капалку нужно. Ну, ладно, капалку. Ладно, капалку потом мы установим. Сейчас это не главное. Хотя все-таки до лестницы враги будут добираться. И на эти обои лестницы, мне кажется, капалки будут как никогда кстати. Так, выбиваются первые двери. Так, идут первые пацаны. Так, вот теперь нам капалка и нужна. Хотя на самом деле нам юнитов нужно вызвать, чтобы они хоть как-то тут сражались. Так, так, давай, 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 давай. Теперь это, кстати, ребят, у нас более прокачанные юниты. Вот, они, я думаю... А ну-ка стоять, а ну-ка стоять. Криты, крит. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, ребята. Так, давайте используем мега-взрыв. Так, нам нужно на все короны пройти здесь все. И вся... Нет! Так, стоять, ребята. Стоять, тихо. Вы ничего не видели, ребята. Все хорошо. Мы должны заполучить корону в любом случае. Что бы нам это ни стало. Так, 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 так. Смотрите, у нас тут есть новые всякие ништяки. Заморозки есть. Я вот заморозку, может, хотел... Блин, ну ладно. Не хватает мне пока денежек. Ну ладно, давайте такими составами пробуем сыграть. Не совсем правильно я ресурс, наверное, как-то распределил изначально. Надо было немножко по-другому нам действовать. Скорее всего, вот так нужно сделать. И поставить хотя бы один гарпун вот сюда и сюда. А вообще, мощную нам нужно, скажем так, вот сюда, где у нас будет вторжение, нам там нужна будет мощная организация войска, скажем так. Вот таким образом делаем. Так... Так, а то как-то какой-то странный уровень. Вроде как бы, ну, он не самый такой тяжелый должен быть, но как-то мы затрудняемся на нем проходить. Так, а ну стоять, стоять бояться. Так, вот отсюда теперь идут наши воины. Так, здесь крит будет, пожалуйста, нам очень нужно, отлично. Так, воины идут у нас отсюда. Ну, здесь их будет встречать уже миньончик. И так, гарпун нужен. Нужен гарпун обязательно. Так, еще одна добыча. Давай, давай, давай. И гарпунчик мы здесь устанавливаем. Все, отлично, ребята, отлично. Просто превосходно, я даже сказал бы. Так, еще копья. И еще добыча. Потому что сейчас у нас как бы на этаж один поднимется. Перед финальной волной получается, да? Да блин, гарпунов надо побольше ставить. Вот я на самом деле это ошибку делаю. И ставлю мало гарпунов. А их надо бы побольше так поустанавливать на самом-то деле. Так, 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 так. Что тут встречать их кто будет? Ну, пускай их встречают побольше юнитов. Так, здесь снизу мы, в принципе, должны нормально более-менее справиться. Ну нет, блин, здесь... А, вот этот негодяй. Блин, вот он мешает, ребята, он мешает. Мешают вот эти ниндзя, хоть они и на самом первом этаже, но все же. Эх, не дают нам спокойствия они. Так, давайте мы установим еще одну катапульту и еще вызовем юнитов. Так, 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 так. Отлично, ребята, все. Даже те, кто, смотрите, дошли до последнего этажа, с вот этими двумя турельками, я надеюсь, не справятся. Да, а ну тихо, уйди, смотри, нашу башню разрушить решил. Какой хитрюга, а. А ну пошел прочь. Все, ребята, все, последнего мы уничтожаем. Воина. Какой-то мощный попался, уйди отсюда. Все,
Ну, давай, да, скушай его, Крип. Давай, отлично. Все, победа, ребята. Вот теперь реально победа. Так, ну, нам, если так понимаю, все равно не хватит корон, да? Потому что там нужно, для вот тех уровней нужны, нужно больше корон, ребята. Сейчас посмотрим, сколько, 15, да? А у нас их получается сколько? А у нас их получится 12, да? Да, ребят, ну, хоть 12 из 12, это уже неплохо. И скоро нам станет доступны вот эти вот какие-то мега крутизные уровни. А, нам, видите, в обе стороны, то есть открылись замки, я понял. То есть вот этот и водный какой-то замок. А ну-ка, давайте посмотрим, как тут структура уровня идет. А, ну так же само, только видите, тут тоже крутые есть уровни. И здесь тоже требуется доступ с, скажем так, определенных количества корон. Видите, так просто нас не пускают сюда. То есть тут у нас самые такие простенькие уровни. Тут, наверное, посложнее. Или наоборот. А не, ребята, вот тот водный мир тут покруче будет. И здесь у нас откроется с 20 из 30 корон всякие подземелья. Здесь с 18. Ну да, вот это самое крутое, с 30 корон. Ну что ж, ребята, будем копить короны, потихонечку будем проходить. Если вам понравилась эта игрушечка, то, естественно, ставим лайк, подписываемся на канал. С вами был Флавиус, увидимся в следующих сериях. Adios, amigos.